Что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру Dead Space 1. Игру в жанре survival хоррора от первого лица, точнее от третьего лица, но и при этом еще в космическом сеттинге. Одно из моих любимых серий игр. Так, ну что ж, у нас начинается вторая глава, которая называется «Интенсивная терапия», по-моему. В общем-то... Тише, все в порядке, Макой. Он тут. Бояться теперь нечего. Я знала, что ты придешь. Как и обещал. Я сохранила это для тебя. Я теперь могу идти. Макой сказал... Проведет нас к челноку. Так, мы получаем кинез модуль. Отлично. Полезная штука. Полезная еще такая вещь для того, чтобы поднимать, перемещать и бросать предметы, всякие объекты различного рода. Сейчас мы научимся это, как им пользоваться. Так, мы для этого просто подводим к объекту, в общем-то, прицелом оружие, в общем-то, нажимаем F и... В общем, перемещаем предмет, удерживая правую клавишу мыши таким образом, что если отпустим, то обед, конечно же, упадет. Вот так вот, да. Все. Достаточно все просто, конечно. Нам объясняют. Так, что у нас там можно купить в магазине? Хотя, по-моему, я к вам там даже не кредит никаких осталось. Да, маловато кредита будет. Да и с подробами пока все нормально. Аптечки мы пока некоторые сейф сложили, на всякий случай. Чтобы не занимали лишнее место в инвентаре. Так, ну что, ждем. Нужно найти по задаче там-то. Так, что там нужно найти будет? Найдите X капитана. Видимо, тело капитана успели доставить в морг до того, как корабль был захвачен. На этой палубе работала Николь. Может, я найду что-то. Любое доказательство того, что она же еще жива. Да, в общем, Айзек ищет свою возлюбленную. Так, схему. Ну, в общем-то, схема это новый вид оружия. Новых видов, в общем-то, аптечек и так далее. Мы находим таким образом и можем потом уже в магазине уже купить это вид оружия таким образом. Так, схема огнемета. Ну, не знаю, сейчас не стоит пока это покупать, тратить на него. Кредит у нас так мало. Пока что мы походим с этими двумя видами оружия, штурмовой винтовки, если так можно назвать ее. Ух ты. Сейчас немножко, конечно, интерфейс этого стима изменился. Сегодня только заметил. На данный момент, когда записываю, в общем-то, эту серию. Ой. Айзек, ты там? На нас напали. Кендра исчезла, только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G-терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. При этом, конечно, тот актер, который озвучивал в русском варианте озвучки этого персонажа, в общем-то, он постоянно... Я его постоянно, в общем-то, слышал, что он озвучит, в общем-то, ну, чернокожих людей, в общем-то, в играх. То, по-моему, такой же, в общем-то, человек озвучивал и этого кота. Ну, забыл, как персонаж звали-то в Battlefield 4, по-моему, тот же голос, по-моему. Помню, кто там озвучивает этого, в общем-то, Зака Хэрмана того же. Или персонаж из Battlefield 4. Не помню его имя точно. Но один тот же точно человек. Так, ладно, идем дальше. Ой. Нам нужно будет уничтожить эту баррикаду, которую, по-моему, соорудили, если не ошибаюсь, Dead Space Extraction. Дополнение к первой части к Dead Space. Потому что я смотрел прохождение Блэка, еще когда на его канале было видео, в общем-то, прохождение этой игры. Сейчас, по-моему, ее так-то нету. Ну да, в общем-то,
Нужно будет как раз эту баррикаду уничтожить, чтобы пробраться в морг. И там находится как раз этот капитан, которого нужно будет добыть Икс с кодами. Так, что у нас там по... А, гардет у меня уже ничего не появилось, точно. А, огнемет, да, загружена схема огнемет. Ну, да, думаю, беру-ка своего инвентаря. В общем-то, эту схему, она не пока мне не сильно так нужна. Ну, огнемет, конечно, можно приобрести, но он пока что слишком... Нам просто кредитов не хватает на это. Так, ну ладно, идем пока что будем искать, что там Хэммон сказал, в общем-то, нужно найти... ну, в общем-то, забыл, как называть штуки-то. Ух ты. Так. А, дефибриллятор и термит. В общем-то, нужно будет найти. Для того, чтобы соорудить взрывчатку. Да уж. Странно, как какая-то бесом вообще голову может биться. Если он уже давно мертвый. Так, а что такое? А, патроны. Подберем-ка. Стоится восстановим немножко, то у нас в прошлой миссии потратился. Можно как раз восстанавливать в этой игре. Стоится-то при помощи лишь только вот этих штук. Вот как раз эти. Не знаю, то ли это, не знаю, устройство по зарядке стазиса. Лишь только при помощи этих устройств можно стазис, в общем-то, восстанавливать на шкалу. Второй Dead Space, по-моему, по-другому это сделали. Еще вот добавили новую возможность заряжать стазис модуль. И же пока вот так только можно заряжать при помощи этих устройств. Так, ладно, идем дальше. Так, здесь нужно будет как раз вот найти вот модуль, силовой узел, да, чтобы взломать замок и попасть сюда. Так, а что у нас такое? Новые данные, вообще, какие-то текстовые. Почитаем. Медицинский журнал доктора Б. Уорвик, старший психиатр. Отчет о психиатрическом обследовании пациента Б. Харрис, рабочий, ПМ. За 90-26 EH. После очередной силовой дозы успокоительного Харрис спит. Похоже, он вообще не в состоянии заснуть без помощи лекарств. Большинство людей испытывали бы состояние подсточения, проведя более 50 часов без сна, но только не Харрис. Его объяснение тому, что произошло в колонии, также звучит крайне странно. И в них явно прослеживается паранойя, аналогично той, что хватило многих людей на планете внизу. Его вина в преступлении однозначно. Два офицера службы безопасности были рядом, когда он захватил заложники доктора Циарелла и убил сестру Эванс. Да и сам Харрис ничего не отрицает, но при этом он говорит, что в его действиях не было никакого преступления и не испытывает и толики чувства вины. Просто классический образчик поведения социопата, хотя других симптомов разрушения личности я в Харрисе не обнаружил. Он общителен и дружелюбен, с удовольствием воспринимает шутки и высказывает неординарные идеи. Но когда я спрашиваю его об убийстве, он замыкается в себе и теряет связь с окружающим миром и начинает проявлять симптомы шизофрении. Кроме того, у него случаются краткие приступы галлюцинаций, похожие на те, которых сообщают из колонии. Харрис утверждает, что он угрожал доктору, потому что должен был остановить видение Ириса и что он снова убьет лишь бы стать вновь единым. Что это все значит? Я не могу понять. Очень интересный случай. Вот такой, да. Запись. Так, ну, у нас пока силовых узлов нету, так что пока что не имеет смысла прокачивать. Ничего, что. Ну да, можно перемещать при помощи кинезиса. По-моему, кинезис, да? Кинезиса. Постоянно путаю стазис и кинезис. Что-то не знаю. Перемещаем, кажется, этот объект при помощи кинезиса. Таким образом, и продолжаем дальше идти. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Thank you.
Начинай, гаденыш. О! Блин, что-то слишком громко, конечно, звуки. Что-то у меня настройка со звуком, да. Игры-то. А, эффекты. Хотя потише можно сделать. Что мне так кажется, все нормально звучит. Ай, так, ладно, идем дальше. Пока что основной задачей это найти экспритана и, в общем, второстепенные, которые помогут решить эту основную задачу, это найти дефибриллятор и термит. Ну что ж, идем дальше. Может, раз зайти будет эту комнату. Она, в общем, не снабжена этим кодом, этим замком. Как это называется? Кодовым. Так, силовой замок, отлично. А, силовой, точнее, узел. О, привет. Готов, в общем-то, наш некроморфик. Хотя не могут притворяться. Как бы мертвы на самом деле, то они могут быть живы. Так, ладно, постреляем пока из этого плазменного языка. Так, патроны, кажется, не мой место здесь находится. Так, плюс еще импульсные заряды. То есть схема ля патронов к этому оружию, который у меня второй имеется, это импульсная винтовка. Хотя я называю ее, в общем, штурмовой винтовкой. Так, пришло время, что ли, так переводится, наверное, it's time. Хотя могли бы, конечно, пробовать перевести эти надписи. А, в общем-то, но это неплохо, что игра по самой полностью локализована. Это, мне кажется, одна из лучших озвучек наших, в общем-то, за все время существования игровых, в общем-то, за все время существования студии локализаторов, в общем-то, игр русских именно. О, смотри-ка, лежат патрончики. Ну это, в общем, к третьему виду оружия, к этому, к там, забыл называется, лазерная винтовка, что ли, по-моему. Но пока что ее у нас нету. Так, вот это надо будет поставить скоро штуковину сюда, чтобы лифт заработал. Отлично, все. Скажу-ка, я думаю, назад вернусь, у меня, я помню, появился же, в общем, это как называется штука-то, ну, забыл, силовой я, в общем-то, узел. Использую-ка лучше здесь. Отлично. Не буду пока тратить время на прокачку. Думаю, по накоплю кредитов. Хотя, мне так-то все. Да, уже даже ничего не влезает. Надо бы сходить обратно в магазин. Не магазин, а... Ну да, магазин точно. В общем-то, и скинуть все. Таким образом. Не так уж далеко бежать. Потому что у него... Лучше, конечно, вот так сделать, потому что, ну, на тяжелом сыграть. Или более таких, в общем-то, более хардкорных уровней сложности. Вот, кажется, магазин у нас здесь имеется. Скинем-ка немножко сейф аптечек. Думаю, даже большую можно скинуть. И маленькую. Плазменная. Так, лазерный магазин скину. Вдруг пригодится. Вот так хватит. Отлично. Ну что ж, возвращаемся обратно. Сейчас все это возьмем. Все эти, в общем-то, вещи. И продолжим двигаться дальше. Вот так все это стоит делать. Да, берем аптечку, берем патроны. Что, какие-нибудь на винтовке. А, аудиосообщение послушаем. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время. Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса! Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. Ну да, Матиусом, конечно, даже не с Матиусом, а с моим доктором Мерсером мы еще встретимся.
Хотя я зря сказал, наверное, о том, что все-таки небольшой спойлер будет. Хотя, думаю, игру уже проходили многие. И никого это не секрет. Что написано вообще? Не очень понятно. Ладно. Немножко, в общем-то, прервусь-ка я надолго. Итак, продолжаем, в общем-то, проходить игру Dead Space. Первая часть. Так, можно будет сейчас вот переместить это... Блин, что-то не хочет накладывать. Во. Переместить эту платформу, переместить вот сюда. С помощью кинезиса. Ой. Отлично, ползет. Хрень. Что ж, не дохнешь такая. Отлично, используем чаще кинезис, в общем-то, точнее стазис, чтобы замедлять противников. О, хрена. Что за? Блин. Что мне там показал, что ли, нет? Так, ладно, идем дальше. Не торопясь. А, понятно. Который выстрелкованный на всякий случай, а тут рука живет, еще не хватало этого. Так, патрон, видимо, с этого гада мы не соберем. Ну ладно, что ж. Так, еще на, в общем, установка для зарядки стазиса отлично, пригодится. В общем, идем дальше, двигаемся снова платформу по помощи кинезиса и продвигаемся. Так, снова силовой замок встречается, в общем, который можем уничтожить либо оружием, либо, в общем-то, руками. Хотя это, конечно, очень удобно бывает попасть по нему. Ну да, попасть вообще нереально по этому замку. Лишь только если при помощи оружия это делать. Так, сохранимся, конечно же, на этом месте. Так, где мне сохранение-то? А, ну это мне. Отлично. Так, идем дальше. Зона вакуума. О, да. При нахождении в вакууме расходуется кислород. Используйте кислородные канистры и заправки, чтобы пополнить его запас. Ну да, в общем-то, кислород как раз показывает количество, сколько времени осталось до окончания, в общем, у нас кислорода в баллонах. После того, что мы просто задохнемся, наш главный герой. Так, а вот патрончики имеются. Что-то, по-моему, еще что-то летает. Круто все сделано. Вот такие помещения, где можно обсмотреть планету немножко. Еду 7 красот. Около, в общем, которая происходит действие этой игры. Хотя не знаю, здесь помощи должны быть где-то валяться кардиты. Или не в этом месте. Точно не помню уже. Ладно, идем дальше. Время у нас есть. Вот крас баллон воздухом. Может быть, пусть потом использовать. Чё, задыхаешься? Так. Чё мне там? Чё это, конечно, да, много... Ладно, используем. В таких случаях, как раз, нужно использовать эти баллоны все таки таких моментов очень мало будет, так что не так уж много. Да и баллоны, думаю, можно потом вот приобрести. Магазин там уже купить. Так что... Так, вот здесь все. Ох, ничего, у нас летает, дружок-то. Так, здесь, по-моему, ничего нету. Ничего не вижу. То ладно, идем дальше. Помни, в разных отсеках Ишимура можно настроить разные силы тяжести. В зоне невесомости твои гравиботы активируются. Спасибо за подсказку, конечно же. Так, включаем гравитацию, отлично. А, ну включаем, точнее. Выключаем гравитацию, теперь можно будет прыгать. Включаю, в общем, наш пользу наши те гравиботы. Как он назвал? Ну, не знаю, гравитационные ботинки. Лучше назвать и так вот. Нам же бы добраться до туда. По-другому это не сделать, придется вот прыгать. При помощи наших тех ботинок. Нажимаю, в общем-то, прицеливаемся на это место, куда нужно, в общем-то, приземлиться. И нажимаем клавишу Ctrl. У меня так настроено все. В общем-то, мы сюда перемещаемся таким образом. Прыгаем как бы.
Так, нужно будет сейчас найти... А, вот как раз и блок лежит здесь. Неподалеку, не нужно никуда бегать, далековато. О, отлично, все. Зона гравитации. А, так, отлично, берем патроны, кредиты. Все пригодится нам в такой ситуации. Так, вот как раз и дефибриллятор. Нашли его таким образом. Отлично, ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. Дерьмо, я слышу твари. Лезут по вентиляции. Береги себя, Айзек. Зона невесомости. Береги себя, Айзек. А, вижу уже. Зона гравитации. Зона невесомости. Зона гравитации. Получай, засранка. Нашим баллончиком. Зона невесомости. Зона гравитации. Давай, где? Где там ползешь-то? Что-то еще ползут, что ли? Так, ладно, все, валим. Зона невесомости. Полетели. Вообще-то всех закосили этих гадов при помощи баллончиков, в общем-то. Кстати, вот этих как раз огнеопасных баллонов, взрывающихся. Сам такой полезная штука. Очень неплохо применять, в общем-то, ее для таких вот быстряков, которые могут лазить на четвереньках. То что делаем, все, дефибриллятор мы взяли. Теперь можем возвращаться обратно. Зона вакуума. Так, давай. Давай полезь. Я знаю, что ты здесь находишься у нас. Осекаем мы очень конечности и голову. Так, берем. А, птичка у нас. Хотим что-то здоровье, видимо. Нет, мне здоровье не потрепали. Блин. Ты птичку, конечно, вставлять здесь не хочется. Использовать даже нельзя. Ставить свет пока даже не тратил. Ладно. Оставим по птичку. Мы и так, по-моему, нормально все с этими птичками. Так, давай, вылезай. За интерес, я знаю, ты вылезешь. Чё, патроны кончились? Чё? Получай. Всё? Блин, ну а закрывайся дверь-то. Зона нормального давления. Так, отлично. Разобрались с этой гадиной. Так, кредиты возьмем заодно. Тоже пригодятся. Можно идти дальше, но птичка возвращаться не буду. Мне так, по-моему, хватает птичек спокойно. Так, идем просто дальше. Патроны кончились. Будем использовать плазменный резак тогда, что ли. О, статис восстановить можно. Не буду пока тратить эти батареи, потому что они могут пригодиться в дальнейшем для других случаев. Так, двигаем эту штуковину. Давай, вылезай. Готово. Голубушка. Отличные патроны, в общем, к винтовке. Кемплюсный. Ой-ой-ой. Ага. Готово. Потом мы высыпали, значит, все, она труп. Уже. Отлично. Просто винтовка пригодилась. Идем дальше. Отсюда уходим. Так, что у нас там патроны-то? Ага. То, что надо. Что ж. Да, ветеряться, конечно, надо опасаться очень сильно, потому что из них могут эти твари вылезти. Так, узлов нету, кредиты есть, но вот. Продать, конечно, можно вот этот рубиновый, как там, не знаю, золотой полупроводник. За него, в общем-то, получим кредиты. Ох ты, блин! Да что ты попёрлся? Так, все закончилось, нет?
этих маленьких тварей нужно опасаться, они не опасны. Когда в очень большом количестве набрасываются, то все. Сожрут с потрохами. И не очень не подавится. Так, вот все. Я, конечно, замедлять не знаю даже. Ну, в общем, лучше, конечно, не на них использовать огнемет, а, либо, в общем-то, импульсную винтовку. Не знаю, мне так вот кажется. Так быстрее с ними разбираться. Так, ну все, идем дальше. Теперь нужно уничтожить, в общем, найти этот термит будет. Так, сохранимся, конечно же. С магазин, думаю, слазить стоит. Так. Сохраняем. Вот так вот. Так, идем в магазинчик. Что у нас там есть? Так. Продать можно. Да, за топлопроводник за 3000 продаем. Статичные батареи, 2 штуки у меня. Ну, вот огнемет как раз можно купить, да. Попробуйте попользоваться им. И хотя бы тоже лазерная винтовка, что ли, попробовать показать. Потому что, думаю, буду я максимум использовать два вида оружия только лишь в этой игре. Это, в общем, это импульсную винтовку и плазменный резак. А вот третий вид оружия будет, в общем, каждый раз меняться. То есть буду я там показывать те виды оружия, которые в этой игре есть. Ну, да, он лазерную винтовку выкуплю, думаю. Хотя, может быть, после кушников было провести этот узел силовой для прокачки. Ну, ладно, еще найдем, думаю, этих силовых узлов. Да и кредитов тоже найдем. Покажу, как раз попользуемся этим орудием. В общем-то, лазерной винтовкой. Потом огнемет тоже. Хотя огнемет тоже, как бы, нужен будет. Пока что постреляю из этой винтовки лазерной. Ну да, так-то он есть. Например, вот это как раз лазерной винтовки, вот такой вот альтернативный режим огня. Очень такая тоже полезная штука. Попользуемся как раз всеми видами оружия, их альтернативными огнями. Оп, патрончики. Берем. 1000. Идем дальше. Так, что у нас здесь имеется? А, птичка средненькая, по-моему. Так, ну что ж, идем. Сейчас у нас будет карантин, да? Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Так, кто-то еще лезет? Вот сволочь, а. Так, больше никого нет, что ли? А, они, наверное, внизу. Возможно. Чё, ещё кто-то есть, блин? По звукам, ты поймёшь, где они находятся. Думаешь, как будто сзади нас, со спины атаковать будут сейчас. Блин, где вы там? Прячься, интересно. Так. Время кончилось. Ну ладно, сейчас закончим эту серию. Так, у вас там... Ну да, патрончики, в общем-то, как раз вот. По-моему, всем видом оружия взяли. А, вот он ползёт-то. А, так. Так, что-то у меня есть патроны какие-то. Во. Давай-ка. Отлично. В общем, это как раз оружие альтернативное гонит-то. Нажимаем средней клавиши мыши, в общем, меняется вот так вот. Перемещает эти штуковины. Не знаю. Ну, в общем-то, меняется, как бы, не знаю, как говорится. Вертикально можно стрелять, либо горизонтально. А у этого, в общем, по-моему... Да, вот так вот. Вверх стреляет. Даже не вверх стреляет, просто он там стреляет как-то. Но патроны они летят как бы в разные стороны. Такой-то, по-моему, какая-то очень понятная. В общем, такая штука, не знаю. Ну, что-то вроде мина там ставится, по-моему. У этого как бы оружие, как это называется-то. Алкрас термит мы видим. Там, в общем, в той комнате находится, нужно к нему попасть будет.
вниз спуститься придется. Там, конечно, враги будут еще, потому что карантин как бы не закончился, значит, явно враги поблизости находятся у нас. Сейчас не скоро появится. Так, давайте, друзья. Появляйтесь. Отлично, замораживаем их пока что. Давайте, кроме такой нервничает. Такой ситуация оказаться, конечно, жоп полная. Че за... Ух ты, блин! Да, блин, замораживайся ты. Ой, блин, патроны кончились. Пиздец. И стайс кончился. Отлично просто. Да, блин. Придется тратить аптечку на тебя, скотина. Так. Немножко не так повелся, а по патрончике. И он, конечно, может атаковать, если не теряться, что плохо. Давай-ка иди сюда. Во, все. Готов, дрочек. Карантин снят. Не зря последний, в общем-то, потратил аптечку. Хотя я поэтому как раз и экономлю. Пытаюсь экономить, чтобы потом тем более в более тяжелых ситуациях использовать. Так, здесь ничего нет, по-моему, в этом месте. Заинтересно, страница вылезет. Вот.